Худшее, но, как оказалось, все подготовленные бойцы приехали. Мы видим, есть техника, есть бой, рисунок боя. Значит, над ними работают, значит, тренера работают. Это мы видим, что в Казахстане школа бокса живет. И все, кто может тренироваться, все могут показывать себя и свою подготовленность. Ну, мы вообще планировали на 2 дня соревнования сделать, но так получилось, что народу много и заявок много было. И со всего Казахстана, получается, как я и говорил до этого. И у нас собралось около 100 человек, точнее 87 человек приехало. В основном у нас со Астаны это, наверное, 50% будет, даже меньше 50, больше приезжих приехало. Мы делили по группам. Группы это, которые есть у нас, которые боксировали раньше. Их немного приехало. Как бы мы их отделили от группы, сделали те, кто новички. Ну, любители мы отдельно сделали. И получается, в том маленьком количестве они уже сразу в полуфинал попадают. Получается, у нас возрастные, сначала начну, с 20 до 30, с 30 до 40, с 40 до 50. Ну и мы думали, что будут до 40, но оказывается, есть и до 50, которые любители, приехали, поддержали тоже. Мы требовали справки. Справки у всех присутствуют. Имеется в виду, что они здоровы, могут принимать участие. Это нас очень обрадовало.